В Украине подорожали лекарства. С начала 2018 года в Украине подорожали как отечественные, так и импортные лекарства. Больше всего выросли цены на отечественные лекарства. В Украине с начала 2018 года цены на лекарства выросли в среднем на 5,1%. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики. В частности, указано, что подорожали как отечественные, так и импортные лекарства. Так, антибиотики отечественные выросли в цене на 7,6%, до 15,57 гривен за 10 таблеток, капсул. Антибиотики импортные, на 5,07%, до 103,35 гривен за 10 таблеток, капсул. В свою очередь отечественные сосудорасширяющие средства подорожали на 3,5%, до 10,1 гривен, импортные сосудорасширяющие средства, на 3,1%, до 47,9 гривен, за 10 таблеток, капсул. К тому же, выросла стоимость жаропонижающих и обезболивающих препаратов, отечественных, на 3,2%, до 7,63 гривен, импортных, на 8,3%, до 13,58 гривен, за единицу. Ранее Гослекслужба временно запретила реализацию и применение нескольких лекарственных средств производства компании Genom Biotech Pvt. Ltd. Индия. Также в Украине установили запрет на препарат для разжижения крови и средства для лечения макулярного центра сетчатки глаза, отека. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.